Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем и прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди, спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Серьезно, что ли? Хот Спрингс? Ага. Я сообщил, ЛК. Дик. Привет, Алкай. Такер просила передать, что сама лезть в драку не сможет, но хотела бы. Не сомневаюсь. И что, мы бы давно сдохли, если бы не ты. Мы хотим вернуть тебе долг. Хорошо, ладно. Ну что, надерем жопу ополчению? Мы готовы ехать. Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Да, мы готовы. А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все, погнали! Железного Майка. Все, Бухарь, надо прыгать! Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена.
Бухарь, почему ты не прыгнул? Помогите! Ты должен был прыгнуть. Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Сара, Сара! Надо найти Сару! Держись, Сара! Я уже рядом! Бронированный, вот черт! Ты не остановишь! Ну давай, сучара! Убили! Прижали! Он пришел! Сбоку заходит. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину. Огнемет. Это попадос. Надо как-то мимо пробраться. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Гори, ублюдок! Мне надо их обойти. Сбоку заходим!
Давай, давай! Вперед! Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Мы их разбили. Дик, Дик! Добрался. Наконец-то. Держись, Сара. Снайпер, ложись. Ты разбегался! Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, вот мы заряд. Не успели заложить все. Надо обезвредить. Я тебя есть. Спрашиваю, сколько? Так, черт. Три. А где остальные? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у него экстаратор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Вот. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Давай. Давай. Вон он. Выходи уже, будь мужиком. Знаешь, у нас тут полно времени. Вперед, живо, уйдем. Надо идти.
ушел. Ты у меня добегаешь! На! Так, второй заряд. Давай уже, сволочь. Так, ну, вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Вот он. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Аккуратненько. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Где ты спрятался? А? Меня все равно не убьешь. Уивер, где этот шок? Шиза, лучше отпусти его. Да, скотина! Ну! Черт! Эй, эй! Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сенчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал мир в услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать. Правда. Давай, давай! Я правда не хотел, Дик. Не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее, как яйцо. Как яйцо, мать его! Обходит! Кончай его! Вперед! Я прикрою!
Ну все, попал! Шиза! Все! Хватит бегать! Козел! Я ж тебя голыми руками утомлю! Ты понял? Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя в водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Я знаю, что там происходит. Там, за стенами ковчега. Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Не отдавай. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками,
Я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Вернулся. Вставай. Вот так. Пойдем. Прошу. Воды. Дайте воды. Я не вижу. Господи. Не вижу. Помогите. У меня кровь. Помогите. А где Бухарь? Воды. Дайте воды. Погиб. Воды. Меня кто-нибудь слышал? Сходи, принеси воды, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите. Прошу вас. Эй. Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Я ранен. Пожалуйста. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Кто-нибудь принесите воды. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Воды. Рики! Я не вижу! Нога! Не вижу. Иду! Помогите мне! Прошу вас! Воды. Я ранен! Воды. Помогите, ну, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел, да, машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики! Эдди! Кто из вас меня отсюда везет? Тебе обязан. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Неплохо для намада. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня еще здесь дела? Задаем жару. Ага, задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но? Говорила я, полезно зажечь свечку.
Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Ага. Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, твой выход. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что, а так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков, а потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. Говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим.